Всем привет, друзья, вы на канале Games Review, с вами, как всегда, Пип, и сегодня мы посмотрим игру, которая называется The Zombie Smasher. Так, ну что же, давайте выберем тачку, на которой мы будем тут гонять. Вот мне, например, нравится вот такая вот машина, почему нет? Так, купить за 3000, а у меня денег нет, значит... Так, вот, мы на бесплатный пока только можем, но окей, давайте начнем. Первая волна. Первая волна, готовься, и что же тут нам нужно? Погнали. Так, о, нам, а что нам надо? А, нам надо просто давить зомбаков? Серьезно? Так, блин, короче, тут у нас прикольная игрушечка такая, но это еще очень недоработанная инди. На самом деле, в которой все просто. Просто тупо давим зомбаков. Так, разворачиваемся, разворачиваемся. Управление, конечно, машиной желает лучшего, но управлять можно. Она еще тут дрифтует. Блин, она еще и мнется. Смотрите, тут физика предусмотрена. Все. А, нет, вот, еще тут. О, нифига, тут. Короче, смотрите, в чем прикол. Тут еще можно, оказывается, стены расшибать. И машина-то у нас мнется. Так, одного зомбака мы завалили, и нам осталось вот этого замочить. Так, еще бы по тебе попасть. Машинка-то у нас дрифтует и уже дымится. Все, первую волну мы прошли. 5 зомби убили. Так, погнали в гараж. Что мы за 1150 долларов? Жизнь, мы ничего не можем, да, тут прикупить. Так, бампер за 2500. Колеса за 3500. Блин, нам ни на что не хватает на самом деле. Давайте тогда... Так, а следующая машина 3 косаря стоит. Нет. Погнали тогда вторую волну. Сейчас денежек немножко заработаем. Прокачаем нашу первую машинку. Готов, конечно. 3, 2, 1. Погнали. Так, ага. Тут зомбаков уже больше, да? Так, ну, будем пока вот так вот хреначить. В принципе, если... блин, пытаться к управлению привыкнуть, то можно играть на самом деле. Ой-ой-ой, так, сейчас, блин, помял себе машину. Ой, ё-моё, так, надо аккуратнее быть, потому что машина у нас всё-таки ломается. Блин, и, конечно, жалко, что они не убиваются у нас. Во, смотрите, как мы можем, оказывается. Мы можем дрифтовать просто и лупить их. И тут еще следы остаются у нас. Блин, тут знаете, чего не хватает в игре? Какого-нибудь забойного музона. Чтобы прям вот долбил какой-нибудь хардкорный музон такой. И тогда будет вообще ништяк. Все, мы эту волну тоже прошли. Давайте в гараж. Нам теперь на что-то хватит. Так, жизнь-то у машины, по-моему, меньше становится, да? 2700. Так, мы можем купить бампер. Смотрите, вот этот бампер нам поможет зомбаков мочить. Погнали. 3, 2, 1. Вперед. О, нифига, зомби уже начали бегать туда. Так, и что мы? А, мы в итоге можем шибать их и больше жизни, да? Ё-моё, блин, тут реально надо аккуратнее, потому что мы так себе всю машину разломаем и далеко продвинуться не сможем. Так, ё-моё, что ж ты так разговариваешь? А, я застрял. Машинка, давай назад, зомби уже бегут. Вот так, я устрою вам кровавую карусель. Ну-ка, кто? Кто сможет подойти? Да вообще просто могу вот так вот, да, на месте стоять и долбить их. О, нифига еще. О, они мне сломали машину? Да ладно, нифига себе, серьезно. Зомби ударил ногой по машине и сломал ее. Вот это вообще не охренели. Так. Ну вы как смеете вообще так поступать с моей машиной? Так, ну блин, у меня только вот такой вариант остается. Долбить их взад-вперед, потому что... Ай, блин.
Блин, чуть опять не врезался. Потому что, блин, я машину сейчас быстрее разобью, на самом деле, чем этих зомбаков тут уничтожу. Так, ну блин, один остался. Не смей бить мою машину ногой. И ты не смей. Вас осталось-то всего. Один остался. Все. Мы прошли. Так, возвращаемся в гараж. И что мы тут можем прикупить? Ни хрена. Мы даже не можем купить. Блин, и бампер у нас разваливается. Хреново. Так, ну мы же... Так, нет, возвращаемся. Мы же можем волну выбрать, да? И на них зарабатывать. Так, ну нет, давайте пока продолжать волны смотреть. Что же нас будет ждать дальше? Погнали. Так, а зомбаков стало еще в разы больше на самом деле. Так, давайте их сначала немножечко распихаем. Да вы чё, смеетесь что ли? Ну, в принципе, блин, можно с ними вот так вот справляться. Так, ну смотрите, мы, считайте, троих замочили уже. Даже больше. Ну и нормально. Так, еще 5 ходячих у нас тут. Так, 4 осталось. Давайте, зомбаки. Так, 3 осталось. Сейчас, сейчас я... Вот так он, 2 осталось, отлично. И... все. Нет? Блин, смотрите, у него еще чуть-чуть прям жизни осталось. Ну, давай, давай, прям иди ко мне. Во, отлично. Так, идем в гараж. У нас есть 4 косаря, и мы какие-то... колеса можем прикупить, да? О, колеса с шипами. Нормально, пойдет. Так, окей. Ну что, пробуем... ай, блин. Вот, ну пробуем дрифтовать туда. И не получится дрифтовать тут на самом деле. Потому что... что-то не хочет у меня теперь машина дрифтовать-то на самом деле. Так, ну им достается все равно нормально. Даже если я вот так вот хреначу туда-сюда, зомбаки получают нормально урона. Мне главное никуда не врезаться. И они еще и по колесам, блин, попадают. И тоже у них... Так, всего 7 их осталось, да? Да сейчас еще меньше останется. Так, так, 5 уже осталось. Отлично. Так, пока что все, знаете, более-менее. Но когда их еще больше будет, мне уже просто будет не протолкнуться там. Так, осталось 2 всего. Один вот этот вот сдох и вот этот, все. Так, еще одна волна у нас прошла. 2000 у нас есть, да? Так, нам не хватает пилу. Какую-то поставить, да? Давайте следующую волну, 6-ю. Так, готовы, да. Вау, что-то прям так показали, как будто сейчас какая-то жесть тут будет. Так, ой, блин. Так, у меня что-то машинка сразу себя плохо чувствовать. Походу, начинает после таких аварий. Блин, во ее крутит, ё-моё. Так, надо быть аккуратнее, зомби. Так, ты умер. Так, а, так, ты тоже умер. Так, и ты умер. И ты, и ты, и ты. Так, все, пошли вон. У меня такое ощущение... Так, тут кроме, смотрите, тут еще 2 раннера каких-то, короче, которые бегают, да? То есть тут не просто зомбаки. Если мы посмотрим, то у нас тут страйпер один, я его замочил. Типа... Но мне надо еще замочить. Вот. Так, у нас один бегунок есть, да? Бегающий зомби. Вот он. Один ходячий. И всего их осталось. Вот, 2 ходячих. И просто вот так вот их долбим. Так, блин, у меня бампер отвалился. Серьезно? Все, мой бампер сломался. И мне что, теперь надо деньги на новый опять тратить? Так, идем в гараж и давайте пилу купим. О, пилу это ништяк.
Так, восстановить бампер за 2500. Не хватает мне. Давайте еще подзаработаем. Готовы. Погнали. Ох, сколько вас тут. Интересно. О, опилы-то ништяк вообще. Блин, огонь. О, нифига, эти уроды еще прикиньте. Они теперь какой-то хренью кидаются. Охренели. Так, ну ладно, они хотя бы быстро убиваются. Так, и ко мне подойти особо не могут. Опилы, кстати, блин, тема. Помогают, очень сильно помогают, причем. Просто срезают. Так, главное, чтобы наша машина выжила. Потому что, блин, вот того даль... Ай, стоять. Нам надо вон того дальнего говнюка. Во, сбил, отлично. Потому что, блин, он плюется, и на самом деле мне жизни. Май, нет, блин. Черт. Конечно, блин, с такой ездой машина наша долго не протянет. Так, ну чё, двое осталось, да? Один вот этот вот, и один вот этот вот, всё. Эту волну мы тоже прошли, возвращаемся в гараж, блин. У нас столько всего отвалилось на самом деле-то. Давайте восстановим бампер. И чуть-чуть нам не хватает еще на колеса. Окей, следующая волна пошла. Восьмая волна. Погнали. Зомби-апокалипсис. Так, начинаем потихонечку просто долбить. Так, не, нифига. Ко мне не приближайтесь. Вот так сразу прям в толпу. Чем больше за раз зацеплю, тем лучше. Отлично. Так, 8 и 7 осталось. Так, 6, 4, 10 осталось, да? Ништяк. Так, и вот два чувака у нас там стоят, в меня просто швыряются слизью. Мне вот это совсем не нравится. У меня все-таки, блин, машина дорогущая, чтобы, блин, на вас столько тратить. Вот он, плевун. Все, получил. Нет, он еще жив. Так, двоих всего надо, да? Нет, трое. А, подождите, а почему у меня написано два ходячих и по нулям, а там плевун остался. Все. Отлично, идем теперь в гараж, и нам надо восстановить. Так, и дальше что? Блин, 10 тысяч. Какие-то шары. Метательные шары, блин. Надо накопить, посмотреть, что это за фигня. Окей, погнали. Так, блин, зомбаков что-то становится все больше и больше. Тут становится намного тяжелее уже. Блин, ни хрена себе, мы в фонтан влетели, блин. И сразу половину машины разбили. Так, зомби. Так, ай, блин, тут тормоза хреново работают, потому что мы, блин, по траве на самом деле носимся. Так, аккуратненько фонарика объезжаем. Блин, да что ж вы по мне хреначите это так своими соплями? Задолбали. У меня машина-то, блин, не бессмертная. Да как, я ж по тебе проехался, блин, а ты только отлетел немножко. Точнее, даже не отлетел, а отодвинулся. Так, окей, так, в дом не врезаемся. Так, вот тебя, блин, опять промахнулся. Ай, блин, вот так. Ай, блин, взорвали мне машину, твари. Так, переигрываем. Давайте попробуем сейчас все-таки выжить. Да бляха-муха, как вы задолбали со своими плевалками. Вас очень много тут. Блин, у меня машина уже наполовину расхреначена. Да, блин. Да не, я быстрее машину разобью. С таким, блин, вождением, конечно. Можно было, конечно, как-то попытаться выиграть на этом уровне, но уже без вариантов, потому что, блин, ну сложно на самом деле.
Ай, блин, да просто не могу, не смогу выжить, все. Так, давайте вернемся в гараж, посмотрим, что мы можем, блин, у нас 5000 есть у нас. Давайте попробуем, блин. Не, ну давайте пробовать эту волну пройти, нифига себе, блин. Надо как-то подумать просто, как их собрать всех впереди. Вот так, чтобы максимально задавить. Во. Так, просто летим. Блин, ну вот этих вот говнюков надо сразу долбить, которые плюются, потому что они мне просто не дадут тут покоя. Да блин, а я бы еще их задавил, если бы мог по ним попасть. Блин, да не, я просто о них взрываюсь. Так, идем в гараж. Так, 6000, да, накопили. Ладно, нам надо просто 10 тысяч набрать сейчас с вами, чтобы купить эти шары и посмотреть, что они нам дадут вообще. Может быть, они нам ни хрена не дадут. Так, блин, опять я врезался. Короче, чем больше зомбаков мы сейчас замочим, тем больше денежек мы заработаем. А нам много надо денежек. Да ё-моё, что ж я так врезаюсь-то? Ой, блин, быстро они меня. 270 вообще сработал. Рестарт, конечно. Ох, блин, так. Становится все тяжелее и тяжелее. Такое ощущение, что, блин, каждый уровень становится тяжелее. А они тут долбят меня своими плевками, блин. Вообще очень дико. Хрен знает, как тут пройти-то, блин. Не знаю, они каким-то ядом своим по мне хреначат. Я ничего не могу сделать с этим. Потому что, ну, и по всем я попасть не могу. Тут еще камера не ахти. Очень прям не ахти. И все, блин. Так, 590. Давайте еще разок. Мы, по-моему, 10 тысяч не набрали. Нам нужно 10 тысяч набрать. Хотя бы. О, блин, они просто всей толпой бегут и все. Так, ну давайте попробуем нашу технику езды назад-вперед. Да не, нифига. Это не прокатит. Совершенно. Блин, не-не-не-не, они меня задолбят сейчас. Так, нифига, а чё по нулям? Я ни одного типа не убил. Ну-ка, в гараж. 6900, серьезно, блин. А, так, ну ладно. Это убираем, да, блин, 6900. Ай, блин, ну, блин, давайте другую волну, восьмую волну выберем, там хотя бы полегче немножко, мы хотя бы денег сможем заработать. Я надеюсь, что мы сможем заработать их. Да, ну, конечно, без всего вообще, без обвесов, тут что-то заработать, по-моему, ну, просто нереально становится, потому что мы почти никого не можем убить на этом уровне. Ай, блин. Да, мы почти никого не можем убить вообще. 340, рестарт. Мне такое ощущение, что нам нужно возвращаться где-то на пятую волну. Чтоб хоть кого-то там убивать и проходить уровни. И накопить эти сраные, блин, 10 тысяч, чтобы посмотреть. А может нам просто тачку купить покруче? Я вот что подумал. Ой, блин, нифига себе, машину помяли. Блин, реально, мы же можем не копить, а купить просто тачку крутую. Получше это, и у нее, может быть, даже будет там больше жизней. И мы тогда сможем проходить больше. Так. Давай, 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 машинка, машинка. Давай, гони. Гони, сшибай всех нахрен этих уродов. Мы даже, может, сейчас пройдем, если нам прям очень сильно повезет. В чем я очень сомневаюсь. Прям будет очень странно, если мы сейчас выиграем. Скорее всего, у меня машина быстрее сдохнет. Так, ну, блин, осталось двое, да? Этого вот так вот давим. Блин, нифига, он еще выжил.
Так, во, теперь не выжил. Так, где ты у нас ходишь-то? Все, прошли. Отлично, давайте идем в гараж. 2700 заработали, ну-ка. Так, и что мы купили? Булава, охренеть. Ну-ка, давайте посмотрим. Серьезно, так, ну, блин. Ой, я сразу сдох. Так, идем в гараж. Блин, 1400, сколько следующая тачка у нас стоит? 3 косаря, блин, давайте копить 3 косаря. Просто возьмем с вами другую тачку сейчас. Да, это прикольная штука. Но, блин, тут надо еще приноровиться. Она просто так тут не крутится. То есть ей надо еще. Ай, блин, быстрее, быстрее, езжаем, езжаем, езжаем. Она, конечно, зацепляет зомбаков. Но, блин, до них еще доехать надо. И надо еще вовремя развернуться, чтобы продолбить их всех. А так, слушайте, она прям цепляет нормально их. Блин, ну смотрите, нормально, 640. Так, в гараж, наверное, пойдем, да? Сколько у нас? 2000. Нам еще 1000 нужно. Значит, нам давайте волну выберем восьмую еще раз. Сейчас на восьмой волне мы заработаем еще косарик прям быстренько. Чё хреново? Короче, вот эта булава, она бьет. Но она тросом не цепляет. Блин, мало то. Еще раз рестарт. Просто сейчас доиграем уже, купим. Купим. Что мы купим? Новую тачку розовенькую мы купим. И уже будем закругляться. Игрушка прикольная, да. Вот так вот погонять. Еще бы прикольно было бы, если бы тут был какой-нибудь, блин, мультиплеер, чтобы на несколько человек. Вот это было бы вообще весело. То есть, блин, там толпой собраться и вот так на тачках месить этих зомбаков. Вот это было бы вообще забавно. Очень причем. Я бы с удовольствием в мультиплеере поиграл в эту игру. Ох, нифига он. О, блин, я сам от своих хрени помер. Так, давайте в гараж. Есть у нас 3000? Есть. Давайте купим розовенькую тачку, на которой ни хрена нету. Так, ну просто давайте ради интереса на ней попробуем проехаться. Один разочек. И погнали. Так, и как же она управляется у нас? Ну, в принципе, слушайте, особо разницы нету, хотя вроде как она, да, у нее повороты более-менее лучше проходят. Прям, мне кажется, даже значительно лучше проходят повороты. Она не так дрифтует прям жестко. И можно даже, знаете, управлять ей более-менее. Нифига себе. И что вы хотите сказать, что типа мы даже, может быть, пройдем 9-ю волну? Это будет очень странно. Ай, блин. Не, ну если, конечно, так на всей скорости врезаться в здание, то мы ни хрена так не пройдем. Ай, блин, бочки, блин, у нас машина уже и горит, и чё с ней только. Так, плевунов нету. Так, машина, не дохни, пожалуйста. У нас два чувака осталось. Только я не понял, это 9-я волна или 8-я? Кажется, 9-я должна быть. Так, 9-я волна, да, смотрите, офигеть, мы сразу же ее прошли. Ну, чё, прикольно, следующая тачка, конечно, 6500 стоит. И давайте 10-ю волну уж ради интереса просто попробуем. Блин, ну вот хочется закончить, а с другой стороны не хочется заканчивать. Игра простая, но она затягивает. Почему-то хочется еще разочек долбануть. Не знаю почему. Блин, ну вот эти бочки меня доконают просто.
Блин, на этой тачке реально проще. И прям смотрите. Я могу сказать, что она долбит не кисло. Да ё-моё, взорвали всё-таки меня, да? Рестарт. Еще разок хочу, блин. Мы несколько раз лоханулись, но... Ай, блин, мы нифига, мы стартуем, и сразу в меня плевки летят, целая гора. Так нечестно, ребят. Я же в вас ничего не кидаю. Пошел отсюда. Так, один улетел, плевун. Окей, блин, их четверо там. Ох ты, блин, да не, ну такую толпу, конечно, осилить жестко. Возвращаемся в гараж, у нас 5000, на новую тачку не хватает. Ладно, ребят, будем заканчивать. Игрушка прикольная на самом деле, мне понравилась. Она мне напомнила одну из мобильных игр, где также приходилось тачки прокачивать и зомбаков мочить. Но там она более мультяшная и немножечко более интересно. И управление там простое. Вверх-вниз нужно было делать и нитро принимать. А тут мы обвешиваем также тачку всякими ништяками. Причем их всего 4 вида. И много у нас тачек есть. Вот давайте их все посмотрим. Зелененькая он такая у нас есть. Даже грузовичок. Такой не грузовичок, это у нас минивенчик. Спортивная тачка есть. Вот это еще более крутая спортивная. Так, и вообще какая-то вот типа багги. Ну, смотрите, мы, кстати, к этой тачке можем возвращаться, еще убирать. То есть, тут что, хорошо, если мы ее купили, то все, мы ее можем дальше использовать. Что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. А с вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч, увидимся, пока.